Общественная палата представила новый состав регионального штаба по наблюдению за выборами в Ульяновской области. В него вошли 20 человек. Практикующие юристы, политологи, научные деятели и представители средств массовой информации уже приступили к работе. Ближайшие выборы депутатов Госдумы и губернатора состоятся в сентябре, и готовиться к ним необходимо заранее. В этом уверен общественник Дмитрий Травкин. В частности, коллектив штаба необходимо научить всем премудростям избирательного права. Ключевая цель этого подразделения – повышение легитимности и качества проведения выборов. Чтобы успеть реализовать качественно эту программу, мы и собрались сегодня, в феврале месяце, здесь. Общественной палатой России, которая, по сути, инициировала вот такое движение штабов по общественному наблюдению, уже не в этих, а уже гораздо раньше, на выборах 2018 года, в частности, разработаны правила наблюдения. Они называются «золотой стандарт». Само голосование и установление итогов выборов остаются главнейшими этапами избирательного процесса. Но активисты общественного штаба планируют контролировать все стадии выборов. То есть они начнут работу с самого появления того или иного кандидата на политической арене. Виктория Чиркова, Данил Сурков, новости Управды ТВ.